выкладываем буквально на секунд 10, 15, 20, 30, а потом резко переворачиваем. Так ветер хороший, в принципе, отдувать не особо-то есть надобность, но все-таки, чтоб ударом. Дай, пожалуйста, поднос. Мало, мне кажется, убей. То есть вот видно, что шашлык покрылся корочкой, и сейчас вот надо уже прекратить обдувать, и он будет внутри доходить, дожариваться. Ну, конечно, корочка будет еще больше расти. Вот. Конечно, есть варианты, допустим, вот у меня маски будут полить маслом, мясо сверху полить подсолнечным маслом, растительным маслом, оливковым. Но, по-моему, мне это, точнее сказать, не очень нравится, потому что мясо при этом горит. То есть масло капает на огонь. Не забываем переворачивать. Кстати, если кто-то не знает, благодаря вот этой вот завивке шампур можно ставить под любым углом.
Подходи, горячо. Уходи давай. Я дал первый удар. По нему мясо покрылось корочкой, как это должно быть. Все. Сейчас мы мясо зажариваем внутри. Мы совершенно не боимся огней. Сыгняем, поделаем. Никакой воды. Никогда никакой воды. Вот так. Собственно говоря, все. Шашлык готов. Очень вкусный.